Уважаемые взрослые, здравствуйте! И здравствуйте, дорогие детки! Наши замечательные гости из любимейшего города Севастополя. Мы рады видеть вас сегодня здесь. Мы с огромным удовольствием послушаем ваше выступление, и мы долго ждали этого концерта. Вообще, я хочу сказать, что творческие дети – это достояние народа, достояние страны и достояние России. Потому что вся надежда на то, что наша Родина станет очень богатой, что население будет жить тоже очень богато и хорошо, что всего будет в достатке, что люди будут заниматься творчеством от малого до великого. И, конечно, всему этому, все это придется делать нашей молодежи. Мы очень на нее рассчитываем, потому что только творческий человек, только творческий ребенок, а потом взрослый, сможет сделать так, как мечтали об этом те люди, которые не сумели дойти до этих светлых дней. Ну и мне хочется сказать, что один из знаменитейших, известных художников и известный поэт Англии Уильям Блейк сказал замечательные слова. Только творческий человек может увидеть в одном мгновении, видеть вечность. Огромный мир в зерне песка, в единой горсти бесконечность и небо в чашечке цветка. И только тот ребенок, который с детства занимается творчеством, встав взрослым, сумеет видеть все то, о чем сказал Блейк. Ну а сегодня я вам желаю творческих успехов. Я надеюсь, что вам понравится в Москве, и мы еще не раз с вами встретимся на нашей территории.